И снова здравствуйте, дорогие друзья, с вами интернет-канал Максим Мазы. И сегодня мы будем заканчивать второй сезон в Red Dead Redemption 2. Короче говоря, еще раз всех с 23 февраля. И сегодня мы попробуем, короче говоря, под шумок обвести две семьи, Брэд Уэйт и Грей, и посмотрим, что из этого получится. Посмотрим, где у нас сейчас находится Билл. Билл Уильямсон сейчас находится там у Греев, поэтому мы сейчас поскочим туда, отправимся, короче говоря, туда. Там, где сейчас находится Грей. Там Билл, Мика, может кто-то еще. Не помню кто. Шон еще будет. Ну что ж. Так, сегодня мы уже прекратим работать помощником шерифом, так что хватит мне эту подсказку уже показывать, надоело. Ты хорошо выглядишь, Билл. Да замолчи ты. О, мы тебя ждали, Артур. О, ну извини, что опоздал. Ну ладно, надо идти. Какой у нас план? У нас встреча с Греями в салуне. Говорили с Биллом о работе, что на что-то охранять. Зачем мы вообще не помогаем с этой историей с угоном лошадей? Потому что мы должны оставаться с ними, и они платят. Какая им там охрана нужна? Скоро узнаем. Ну, пошли. Билл, как там, по-твоему? Не знаю. Дач сказал, что мы продолжим с ними работать, пока не найдем это дело. Им можно доверять? Тут есть люди, которым можно. Посмотрим, что скажут. Они сказали, что с лошадьми произошло большое недоразумение. А сгоревшие поля? Они не знают, что это сделали мы. О, да ну. Да? Они думают, что это Брэд Уэйт сделали. Слушайте, я к этим Греям присмотрелся, насчет этого они не врут. Нас тянули в эту старую войну. Ой, фу, сколько дерьма тут. А наоборот, нас это все втягивает. Говоришь, что к этому... Стоп, подожди, тут что-то не так. Вот сейчас точно будет что-то не так. Ох, какого дьявола. Пригнитесь. Неужто мы в засаде, походу. О, Шон, ах вы болваны, а? Как ты мог не догадаться, что это ловушка, а? Морган, ты хочешь поговорить сейчас прямо об этом? Да, они нас в угол загнали. Блин, я не вижу из-за этой повозки никого вообще. Грей, вам конец, вы все сдохнете сейчас. Он на трупе прокатился, что ли? Ребята, вы это видели? Парни, мы обвели вас вокруг пальца. Эти трусы засели в лавке вооружейной.
Ладно, я главного хода, а ты в задней стороне. Тут и слишком горячо. А вы просто жалкие трусы, я смотрю. Морган, ты теряешь хватку. Посмотри вон туда. Дырку в черепе Шона. Внутри все равно безопаснее, чем снаружи. Дайте мне пушку нормальную сюда. Шериф Грей, они в оружейной лавке. Ой, блин. Прочитал того, кто... Прочитал то, что не надо было читать в субтитрах, кто сказал, и получил за это пулю. Обалдеть. Какое совпадение получилось. Ладно, больше не будем упоминать это лишнее. Да блин. Я тут... Последние слова Шона я специально не дочитал до конца, потому что только его застрелили, он же не мог говорить. Логично же, так ли? Блин. Сильные ребята, одного выстрела им будет мало. Блин, они огромную банду собрали, эти грейты здесь. Рано или поздно с этими гадами разбираться надо. Пусть будет рано уж, наверное. Блин, удрал, скотина. Блин, дерево. О, убегают. Ну и отлично. Похоже, это все. Еще нет. Шериф Грей остался. А Билл? Где он, черт возьми? Найдем его потом. Пошли. Шериф Грей, наведите-ка порядок в городе, а то все к чертям катится. Я мы зря возомнили. Шайка жалких бандитов, бог знает откуда. Вы мудаки, чем вы занимаетесь, мы не знаем. А ну выходи, шериф, все кончено. Мы справлялись с разными идиотами, в 100 раз опаснее вас. Это город Греев. Всегда он был нашим, нашим и останется. Но в нем остался только один Грей. Это ты. Хочешь, чтобы мы вышли? Мы выйдем. О, Билл. А ну бросайте пушки, ребята, оба. Вы ведь знаете, что мы не можем этого сделать. Лучше ты бросай оружие, шериф. Я сейчас ему мозги вышибу. Хочешь составить своему дружку компанию? Эй, вы, да вы все покойники. Морган. Черт. Он был все-таки хорошим малым. А откуда я мог знать? Ну как откуда? Они нас подставляли уже. Мы им не нравились. Мы разрушили их фирму. Мне продолжать? Да, отстаньте от него, Морган. Он пытался помочь нам, как и ты. Как и Хозия. А ты только жалуешься тут. Когда что-то не получается. Ну, кроме тех случаев, когда ты сам виноват во всем. Да ты сам не знаешь, что говоришь, блин. Ты ведь ни о ком не заботишься, кроме себя самого. А, ты строишь из себя бог знает что. Ты ничуть не лучше всех нас. Я с вами, парни, уже столько. Полгода. И все это время ты жалуешься только, да? Драться ты можешь, а вот думать нет. А ты не можешь ни того, ни другого. Да ладно тебе, пастушок. Билл, забери тело. Похорони его где-нибудь в тихом месте. Мика, нам с тобой лучше пока не разговаривать. О, да, как я тебя боюсь. Я не знал, что у тебя язык салатный.
там за грохот, блин? Он был для меня как надоедливый младший брат. Сколько всего нам довелось пережить? Что же мы натворили? Так, возвращаемся в лагерь. Почему мы не в нем? Спросил бы я сейчас. Так, сохраняться можно же? Давайте сохранимся сразу же вот здесь. В новую ячейку создадим. Это мне будет надо потом. Ну иди, чего ты стоишь-то, блин? Не надо истерик, мы найдем мальчика. Артур, ты не видел этого мальчика, Джек? Нет. Где мой сын, блин? Где он? Они его похитили, да? Моего сына? Кто его похитил? Мы думаем, что это забрала старуха Брэд Уэйд. Киран видел каких-то ребят, похожих на Брэд Уэйда. Где мой сын, если с ним... Где мой сын, Датч Вандерлин? Мы найдем его и вернем тебе. И мы убьем тех недоумков, которых наглости хватило это сделать. Тронуть хоть один волосок на его голове. Абигейл, я даю тебе слово. Просто верни моего сына! Клянусь богом, я верну этого мальчика. Прямо сейчас. Датч, мы только что узнали про Джека. Тебе нужны еще бойцы? Понадобится. Мика, Киран, если появится кто-то чужой, убейте его. Все остальные погнали. Ладно, вернем парнишку. Ах, злодеи! Я думал, мы друзья. Наверное, они раскусили нас. Да, Грей только что задали нам жару в городе. Да, слышал об этом. И про Шона тоже. Сейчас даже думать не хочу об этом. Сосредоточимся на Джеке. Если со смертью Шона все понятно, то с похищением надо что-то делать. Клянусь, их там все поубивают. Полегче, Джон. Держи себя в руках. А то случайно и Джека самого убьешь. Как они его поймали? Не знаю, но мы его освободим, и они нам заплатят за все. Точно говорю. А как же золото? Да мне сейчас насрать на золото. Джек, у них. Не хотел тебя расстраивать, но у них вряд ли есть золото. А если есть, то оно спрятано так, чтобы его никто никогда не нашел. Что? Что? Да, я всюду искал. Да что ж такое, Хози? Все, что мы сделали, нас опять обвели вокруг пальца, да? Похоже, мы их недооценили. Нет, это они недооценили нас. Хватит болтать, нет смысла спорить, почему так вышло. Все вышло, и все, мы все это исправим. Так что, вперед! Так, соберитесь. Без команды никому не двигаться. Так, слезайте с коней и идите за мной. Дальше пойдем пешком. Да.
где пушки нормальные. Сначала Шон, теперь Джек. Зря мы полезли во все это дело. Немного поздновато для этого, не так ли? Тихо, сейчас мы все исправим. Ладно, ребята, за дело. Ты точно справишься, Джон? Да, я же сказал, что в порядке. Идите за мной. Эти обнищалые семейки надеются извести нас. Ничего этим выродкам не удастся. Вот и они. Кем надо быть, чтобы похитить ребенка, а? Я этих скотинских детей на части разорву. Джон, держи себя в руках. А то разорвешь сына своего. По случайности. Выходите немедленно, грязные выродки. Эй, чего вам надо, черт побери? Спокойно, Джон. Мы пришли за мальчиком, которого вы украли. Теперь вы поняли, что не надо у нас воровать. В чем бы вы нас ни обвиняли? Обоснованно или нет? Это же маленький мальчик. Так дело не делают. Верните его. Проваливайте с нашей земли. Если вы не хотите обращаться как... общаться как цивилизованные люди, то... Так, нужно укрытие. Дайте пушку нормальную сюда. Блин, в темноте их очень плохо видно. Да блин. Артур, Джон, Хозея, за мной. Остальные будьте начеку. Дайте мне сюда пушку покруче. А ну вперед! Найдите Джека и эту старуху, Брэд Уэйт. Джек, ты здесь? Джек! Ты меня слышишь? Ну-ка. О, блин. Это было жестоко. Джека нету здесь. Так. Наверх, 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 наверх. Нет, заперли дверь. Крепко. Ладно, мы их задержим. Эх, одного удара им мало. Вот бы в фонарь попасть бы в тот, чтобы у них повозка загорелась. Блин, их очень плохо видно. А это наш? Кто, не знаю, но кто-то из нас. Ших. Хотя по одежде похож на них.
если бы тут можно было бы стрелять по своим, то я бы, наверное, бы случайно бы его бы убил. Куда ты прячешься? За столб за этот давай залезай. Украсть ребенка? Да вы просто ничтожество. Так, ну все, погнали в ту комнату. Дайте мне дробовик хорошенький. Так. А, с той стороны. Ничего не видно, блин. А ну-ка посторонись. Раз, два, три! Ты хочешь, чтобы я тебя тоже прикончил, старуха? Сволочь. Где мальчик? Мы прожили в этом доме 120 лет. Мы не знали никаких бед, кроме Ян. Где мальчик, я тебя спрашиваю? Кто его забрал? Ты убил моих сыновей. Да, я и всех остальных перебью, если не начнешь говорить. Я знаю, что ты за человек. Ты мерзавец. Где мальчик, я спрашиваю? Ладно, вытаскиваем ее отсюда. А с ним что делать? Давай-ка эту сволочугу на улицу вытащим. Еще сыновья остались? Да не, они все мертвые. Ну что, подпалим эту лачугу? Парни, не, Джека тут точно нету. Мы везде посмотрели. О, загорелся тоже. О, красота. Пусть горит. Проклятый Янки. Вот оно как, а? Ты никогда мне не нравится. Зачем вы забрали мальчика, мисс Бридвей? Вы украли мой самогон. Вы украли моих лошадей. На войне не бывает правил, мистер Мэтьюс. Да, точно. Где мальчик, мы тебя спрашиваем? Мои сыновья отдали его Анджело Бронте. Думаю, он соединит. Либо там, либо уже, либо полпути в Италию. Идем. Давай, Артур. А с ней что делать? Оставь ее. Она чокнутая. И что, она там сгореть заживо решила, что ли? Вместе со всей семьей, да? Точно чокнутая. Анджело Бронте, да? Сен-Дени? Это же город такой. Давай, загрузка, быстрее грузись уже, бля. Ну, долго ждать еще? Все образуется, Джон.
Все образуется. Слушай, Дач. Я не жду, что ты меня поймешь, но я еще никогда так тобой не гордился, как сейчас, брат. Ты поступаешь правильно. Если я не вызволю мальчика, она нас всех убьет. Я знаю, но... Если рассуждать логически, он должен быть жив и здоров. Они забрали его, чтобы припугнуть нас. Никто не посещает детей, чтобы причинять им вред. Он прав, Джон. Что скажешь, Артур? С мальчиком все хорошо, но... Разумеется, Марсон напуган до смерти. Мы убили всех тех людей. Заварили такую кашу. И это все зря? Не зря. Чтоб выжить. Мы вернем мальчика. И уедем отсюда. Верь мне. Эй, Дач! У нас проблема. Не проблема, а гости. Решение проблемы. Добрый день, джентльмены. Мистер Вандерлинде. Мистер Матьюс, полагаю, да? А вы кто? Рик Ван Винкель. Добрый день, сэр. Агент Милтон. Детективное агентство Пинкертона. Агент Росс. А, мистер Морган. Рад вас снова видеть. Чем обязаны, агент Мурло? Не знаю, известно ли вам, но это теперь цивилизованные края. Мы поубивали всех тех дикарей не для того, чтобы такие люди, как вы, вели себя тут, будто человеческое достоинство и правила приличия, какие-то неслыханные понятия, походу, для вас. Всему этому конец. В этих краях никакой цивилизации не пахнет. Есть лишь человек, до этого одержимый алчностью. И от всего этого единства остался лишь неуемный аппетит. И поэтому вы считаете, что у вас есть право брать все, что захотите, убивать кого захотите, а остальных всех вешать, да? Кто для нас вас назначил миссией, а? Этих заблудших душ, которые вы увели далеко от правильного пути. Я всего лишь искатель, мистер Милт. Вы убийца, мистер Вандерлинд. И не более. Предлагаю сделку. Вы пойдете со мной. А остальным я дам 3 дня на то, чтобы убежать, исчезнуть и начать новую человеческую жизнь где-нибудь в другом месте. Вы пришли за мной, рискуя жизнью, отправились в логово подонков и убийц, чтобы подарить им возможность жить и любить? Какая самоотверженность. Я не хочу убивать этих людей, Дач. Только не сейчас. Ну что ж, в таком случае, сочту за честь составить вам компанию. Простите, друзья. У меня назначена встреча. Твоему новому другу лучше уйти, Дач. Вы совершаете большую ошибку. Все. Да? Какой кошмар. У нас есть нечто такое, за что не жалко жизни отдать. Как же нам не повезло, да, мистер Милтон? Перестаньте нас преследовать. Скоро нас здесь не будет. К сожалению, не могу. И когда я вернусь, со мной будет 50 агентов. Вы все умрете! Бегите отсюда, глупцы! Бегите! Пошли. Убери от меня свои просячие руки. Идем, Эдгар. Ну и что будем делать? Нужно уходить отсюда. Как можно скорее. Какие-нибудь будут предложения. Есть один старый дом. В болотах окрестностях Сен-Дени. Там нас, конечно, найдут, но мы выиграем несколько дней. Нескольких дней нам хватит пока. Это недалеко называется Шейдибель. У нас с Леней вышел конфликт с предыдущими жильцами. Это укромное местечко. Вы с Артуром выдвигайтесь туда. И проверьте, не заселился ли в этот дом кто-то еще. Лени, ты проследи за этими дурнями, убедись, что они уехали. Дач? Короче, мы заберем Джека и свалим отсюда. Остальные собирайтесь. Ну же, Джон. Да, рехнуться можно. Мы соберем вещи, но нам нужна новая стоянка. Следуй за мной, я знаю дорогу. Ой, не в ту сторону. Опять эти два агента, которые... преследует нашу банду. Теперь никто нас не запугивает, и нам надо реально скрыться от них. Так, нам надо увести всех отсюда, пока этот гад Милтон снова не привел сюда целую армию.
Мы не поможем Джеку, если они нас посадят в тюрьму или выдернут. Я даже не знаю, что и думать. Просто нужно действовать умом и не кипятиться. Мом, ты что, шутишь? Мы и так наследили, и что привели их прямиком к нам. Ну, то есть, есть столько людей, которых мы убили. Это слишком много. Это все Дач играет в свои игры. И Хозия тоже. Влезли в эту историю с Брэдуэйтами и Греями. Легендарные жулики проворачивают делишки. Они думали... Да, они думали, что на этом можно заработать. Так ведь всегда бывает, да? Слушай, Марсон, я даже не знаю, что сказать. Не всегда получается, как себе представляешь. Джека нет, мы потеряли Шона, Мака, Дэйви, Дженни. И ради чего все? Прошлое не изменишь. Можно только двигаться дальше. Но когда-нибудь мы должны начать учиться на ошибках. Ладно, все не так плохо. У нас была черная полоса, но мы выйдем из нее. Дач все исправит. Дач придумает новый план. С каждым новым планом наши дела все хуже и хуже. Мы все дальше и дальше от нужной цели. Нельзя во всем винить только Дача. Ты имеешь право злиться, конечно. Но не накручивай себя, ты этим только хуже сделаешь. Черт, ну и дела. Осторожнее, не врежься. Эх, бедолага, мы сами такую жизнь себе выбрали, а он нет. Не знаю, по-моему, эта жизнь выбрала нас. Ты, Дач, Хозия, мы уже давно вместе. Где-то да, и много за это время изменилось. Я уже и не знаю, было ли прошлое таким, как мы его помним. И были ли мы такими, какими кажется. Марстон, я же сказал, не лезь в эту кроличью нору, это не приведет к добру. Я плохо обращался с Джеком и с Абигейл тоже. Я не хотел верить, что он мой сын. Знаешь, когда я заблудился в горах после Блэквотера, то подумал. Я могу прямо сейчас уйти и не возвращаться. Но волки решили иначе. Слушай, прямо сейчас ты здесь, и скоро мы будем как раз недалеко от Сейни. Так только отведем всех в безопасное место, найдем этого Бронда и вернем Джека. А что это за место? Его нашел Лень. Старое разрушенное поместье на плантации. Там засела другая банда, но мы всех оттуда выкурили. Возможно, они двинулись к другому убежищу. А те, что остались, возможно, еще там. Там мы динамит нашли. Надеюсь, проблем... О, честь можно посмотреть. Честь нормальная у нас пока. Средняя, но более-менее. Где-то я уже это слышал. Так, это у нас что такое? Так, мы добрались. Вот оно впереди. Четыре стены и крыша. Да, мы делаем успехи. Ты еще не видел, что внутри. Ну, чем скорее мы это сделаем, тем лучше. Ты уверен, что внутри нет никого? Не уверен. Может кто-то и быть. Так, оставим лошадей здесь и заглянем туда. Хватит срать, как это неприлично. Чисти, чисти давай. Так, сразу пушку достанем. А, снова они. Приготовьтесь. Кто-то тут есть все-таки. Но думаю, много народу здесь не будет. Да блин. Я хочу в руку выстрелить ему. Да ну нафиг.
Да не получалось никак. Здесь нет. Наверху еще кто-то есть? Я к вам иду, слышите? Ну же. Что, тяжко без руки, да? Я знал, что ты придешь. Или ты, или какой-нибудь другой трус. Охотники за головами. Освобожденные рабы. Политики. Армия преступников, которая захватила нашу землю. Наше правительство. Я всех пережил. Мы продолжим нашу борьбу. Серьезно? Он сам себя убил? Ну что там? Кажется, это все. Последнего даже стрелять не пришлось. Хорошо, поможешь мне? Так, а где тут спуск? А, вот он. Особняк заброшенный, небогатый, но поселиться тут можно на время. Тут динамит, можно его бомбануть, но лучше этого сейчас не делать. Помоги тела перетащить. Не хочу, чтобы остальные наткнулись на это. Так, сюда. Бросим трупы в болото, вон там. Ладно, с остальными я сейчас разберусь. А ты встречай караван и веди его сюда. Так, где? Тут бухали часто, я смотрю. Так, разве... Или, наверное, Джон взял тут одного. Или в смысле? А, наверху все, что ли? А, почему он валяется? Он в постели же был. Командира, уберем сейчас отсюда. Ну что, давайте бомбанем. Не знаю зачем, но можно взорвать этот динамит, чтобы он опасности нам не представлял. Потом. Добро пожаловать в новый дом, который станет вашим и моим скромным жилищем, но жить здесь неплохо. Только на трупы и аллигаторов не наткнулись. Это же рай. Мне нравится. Мисс Гримшо, мистер Пирсон, будьте добры. Преобразить это место. Артур, ты поедешь со мной? Ну, конечно. Давай. Да. Может, я на пару слов? Не, не сейчас. Поехали, Артур. Нет, ты представляешь, у меня столько забот, а она поговорить хочет. У тебя с ней все в порядке? У меня сейчас есть более важные дела. Мне сейчас не до Молли Оши. Ну так куда мы направляемся? Мне надо взглянуть на восьмое чудо света, о котором все говорят Сен-Дени. Судя по карте, эта дорога должна нас привести прямо туда.
Ладно, похоже, этот день еще не закончился. Еще не совсем. Ты молодчина, Артур. Все прошло нормально? Парочка незаконченных дел, ничего личного. А Джон? Примерно так, как можно предположить. Это удар для него. Мы спасем мальчика, чего бы это нам не стоило. Расспроси жителей Абронте. Осторожно, конечно, в людных местах. Начать можно с салуна. Нам нужен кто-нибудь, кто нас увезет из этого дерьма. А Пинкертоны? Я уверен, что за нами никто не шел. Мы быстро убрались. Несколько дней мы должны быть в безопасности. А потом? А потом нам надо будет уйти подальше. Убраться за океан. Мы влезли в эту историю с двумя семействами и потеряли Шона. Теперь я смотрю намного иначе. Я долго верил, что рай для нас где-то на западе. Но теперь я уже и не знаю. Значит, мы покидаем страну? Возможно. Я еще не решил. В любом случае, нам надо больше денег. И кроме того, у нас есть более неотложные дела. А вот и Сен-Дени. Городочек интересный. Так, вот и он. Настоящий город. Будущее. Большие города, они отвратительны, да? Возможно. Встретимся там. Ты пойди выясни, чё к чему. Окей. Глава 4. Сен-Дени. Что ж, друзья, вот такой вот город интересный. Здесь у нас будет полно приключений в третьем сезоне. Ну а на этом мы второй сезон заканчиваем. Наверное, нам надо сохраниться. Прямо сейчас это сделаем. Важен миротворцы. Ну что ж, на этом все. Еще раз всех 23 февраля. С вас лайкос, подписос, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте и на этот канал. Всем пока.